Всем привет, с вами Наташа Беларуси, я рада видеть вас на своем канале. Девчат, я совершенно не готовилась к этому видео, я не знаю, что я сейчас буду говорить, но мне хотелось распаковать и установить на заднем плане эту кнопочку вместе с вами. Я надеюсь, что вам будет это интересно. Как вы прекрасно уже догадались, ко мне приехала моя серебряная кнопка YouTube, и это на самом деле лично, как я считаю, для моего канала достижение, потому что для человека, который сидел в маленькой квартирке и снимал первые 2 года свои видео просто на телефон, мне кажется, что это на самом деле классно и круто. Распаковку, конечно же, наша любимая таможня моей страны распаковала эту кнопку уже до меня, поэтому она не девственно вскрыта, можно так сказать. Но меня это совершенно не смущает, учитывая то, что я-то уже ее, естественно, вскрыла, посмотрела, потому что я точно, я вот не знаю, есть наверняка, есть такие терпеливые люди, которые могут делать все по очереди, аккуратненько, с чувством, с толком, с расстановкой. Я однозначно не отношусь к таким людям. Я иногда там, когда какие-то интересные посылки, точно так же, как эта кнопка, я начинаю их дербанить уже, я не знаю, чуть ли не на почте, супер неприлично, но знаете, терпение — это точно не мой конек. В общем, давайте уже с вами то же самое откроем эту кнопку. Так, так, так. Внутри у нас защитная здесь такая вот поролоночка. Далее у нас, я сложила все точно так же, как здесь и лежала. Вот такая вот визиточка, я так понимаю, с поздравлениями, я не читала. Вот такая вот вещь, это сертификат, насколько я понимаю. И вот она, наша с вами кнопочка. Выглядит, мне кажется, красиво. Выглядит, конечно, очень так презентабельно, приятно. Давайте доставать. Внутри у нас сертификат. Далее, какие кнопочки тоже есть. Золотая, бриллиантовая. И это защита, я так думаю, от влаги. Сама коробка, кстати, довольно-таки плотная. Мне даже пришлось заплатить за эту кнопку, потому что за декларирование какое-то, в общем, она мне досталась, можно сказать, даже и не совсем бесплатно. В пакетике все у нас упаковано, и вот она. Кстати, зеркало хорошее. Почти не искажает, все отлично видно, можно мне его красить. В общем, давайте я поставлю. Поболтаем с вами немножко. О блоге, естественно. Не о косметике сегодня. Не знаю. О, стоит. Надеюсь, не свалится. Как симпатично. В общем, как я и сказала, что я считаю, что все-таки эта кнопочка — мое некое достижение. Я, естественно, благодарна тем, кто меня смотрит. И спасибо огромное вам. Не было бы вас, не было бы этой кнопочки, в принципе, не было бы моего канала. Если честно, я не раз, в последнее время нет, но вот даже еще, может быть, полгода назад, я не раз думала о том, что YouTube и блог — это не мое, что не стоит заниматься тем, что тебе не так хорошо дается, потому что я наверняка знаю, что и вот девочки, блогеры, с кем я общаюсь, и более крупные, и более мелкие, многие, я знаю, что они садятся раз такие и начинают, у них поток мыслей, слов, все так грамотно, четко, и у них все это получается, они отснимают все с первого дубля. Это точно не моя история. У меня есть такие видео, которые я снимаю, ну не знаю, с 25 или с 30 дубля. Мне всегда хочется... Не очень, я не люблю монтировать резки вот эти вот, когда прыгает, мне хочется всегда все говорить без запинок, мне хочется минимум монтажа, поэтому я все начинаю переснимать, плюс я каждый раз нервничаю почему-то, когда снимаю видео, потому что я каждый раз себя уговариваю о том, что говорю, что ну что такое, это же не прямой эфир, ты всегда можешь перезаписать, чего ты нервничаешь, но я все равно каждый раз нервничаю. 3 года ведения моему каналу, да, наверное, 3 года. Тоже, да. И я все равно до сих пор, каждый раз, когда сажусь снимать видео, я нервничаю. Особенно если это какие-то информативные видео, которым я готовлюсь. Допустим, я сейчас, мне надо рассказать вам о пептидах, о керамидах, рассказать о их свойствах, применениях. Я хочу ничего не упустить. Тогда я нервничаю втройне. Тогда это не 25-й, а, я не знаю, 50-й дубль будет, когда я действительно сниму и буду более или менее довольна своими видео. Но сейчас в последнее
последнее время, естественно, у меня не возникает. Как-то все идет своим чередом, у меня перестает. Наверное, потому что все-таки, когда у тебя уже набирается большая аудитория, ты уже более уверен в себе, уверен в том, что ты делаешь, и ты понимаешь, что, ну, наверное, все-таки этот блог имеет место быть, и не стоит так критично относиться к себе и к тому, что ты делаешь. Кстати, часто у меня задается такой вопрос, когда я задаю вопрос-ответ и снимаю видео, либо в своем инстаграме, многие говорят, как перейти вот это вот стеснение, как начать снимать, как придумать эти темы и все в этом роде. Девчат, дело в том, что у меня не было вот этого вот периода, как начать думать, как начать снимать, что делать. Оно все пошло самим собой. И я сидела дома, мне нечем было заняться, и я решила вылить свою энергию в YouTube. Мне было не стыдно, мне было не неудобно. Просто я реально развлекалась, можно так сказать. Я не думала, что это когда-то перерастет в такой блог. Я даже, наверное, 50-60 тысяч подписчиков, 100%, не меньше. Я никогда не называла себя блогером, мне казалось, что это, ну, знаете, какая-то такая развлекашка, хобби, то же самое, как девчонки дома, вот кто-то вяжет, они же не называют себя профессиональными вязальщицами, ну, грубо говоря. Точно так же и я себя не считала крупным блогером и чем-то значительным, что это может занять настолько большое место и значимое место в моей жизни. Я реально этого не считала. Вот уже после того, как канал начал набирать обороты, там 70-80 тысяч, вот тогда я уже как-то более или менее, когда у меня начинали спрашивать, чем ты больше занимаешься, я уже начала говорить о своем блоге, о том, что, ну да, наверное, все-таки я блогер. Поэтому и начинать, если у вас есть идеи, если у вас есть мысли, я однозначно говорю вам, что начинайте, не бойтесь, обязательно найдутся люди, кому вы понравитесь, кому понравится ваш блог, ваша тема будет интересна. Точно так же у меня спрашивают по поводу того, как у вас рождаются темы, как вы их придумываете. Девчата, они у меня никак не рождаются и не придумываются. Я сажусь каждый месяц составлять план тем, что я буду снимать в этом месяце, и у меня всегда темы набрасываются сами собой. Я знаю, что мне надо вот это, вот это, вот это, вот я хотела рассказать вам это, а тут я узнала об этом, а тут вот это вот я тестировала несколько месяцев, надо обязательно и вот это вот показать. И как-то темы всегда выливаются сами собой. Нет, у меня почти никогда... Нет, ну, кризисы бывают у всех, я думаю, что это не стоит говорить, но темы каждый раз приходят сами собой, и не возникает у меня такого, чтобы я, знаете, сидела и вымучивала из себя темы, чтобы это такое рассказать. Учитывая то, что у меня в месяц выходит плюс-минус 13 видео, это не совсем мало, это занимает довольно-таки большое количество времени в моей жизни, и как-то я бы даже, в принципе, если бы я не была настолько ленивым человеком, я, наверное, могла бы снимать и больше. В общем, если честно, я хотела распаковать эту кнопку с бутылочкой шампанского, такая выпить. Я на самом деле очень рада, но она у меня уже, наверное, пару дней. Первый день я прям благоговела, смотрела на эту кнопку, так открывала, закрыла, открыла, закрыла, посмотрела. Хотела распаковать с бутылочкой шампанского, выпить с вами бокальчик шампанского, но у меня обострилась язва и так сильно, что я сейчас пока не могу выпить с вами шампанского. Но надо будет, кстати, может быть, сделать какой-то прямой эфир или что-то подобного плана и поболтать с шампанским. Как вы на это смотрите? Что вы думаете? В общем, девчат, еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто подписан на мой канал. Спасибо огромное. Спасибо вам за поддержку. Спасибо за лайки и за дизлайки. Я безумно рада этому достижению, и я хочу пожелать вам того же. Хочу пожелать вам добра. И чтобы ваш труд и какие-то ваши достижения, они заканчивались какими-то наградами. Это на самом деле важно, это на самом деле мотивирует. Всем спасибо, пока-пока.